Между тем, Казахстан направил $1 млн гуманитарной помощи Палестине. Средства выделило правительство. Сумму уже перечислили в Ближневосточное агентство ООН. Как отметили в МИДе, государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, США, Европейский союз, Канада, Великобритания, Япония, Россия, Китай и многие другие тоже приняли решение оказать финансовую и гуманитарную помощь палестинскому народу, пострадавшему в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Казахстан также решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере $1 млн США. Данное решение было озвучено президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в рамках 10-го саммита Организации Тюркских Государств.